Я хотел бы сделать это символически, потому что среди верующих людей символы всегда важны. Мы не только делаем символически, например, свадьбу. Да, вроде бы символ чистоты, праведности и напоминания будущего. Также это становится реальностью с тем, чем мы живем. Хотя многие думают, что мы символически принимаем хлебопреломление, да? Празднуем Песах. Символически мы ломаем мацу на шаббат, пьем плод виноградной лозы. Кажется, символически мы зажигаем свечи, но на самом деле в каждом действии имеется своя жизнь, свой образ жизни, свой прообраз будущего. Я бы хотел бы сейчас сделать этот маленький, символический, но важный, даже неси сюда, просто неси сюда ее. Я возьму этих два ребенка на свои руки. Как Луки, вторая глава, говорит о том, что когда Иешуа принесли в храм, там был один человек, который ждал избавления Израиля. Симеон. Он взял их на руки. Я возьму одного и возьму другую. Ой, прообраз. Может, больше детей давайте мне в руки. А? Я еще возьму нескольких. Но хочу помолиться за них. Аба, пускай Слово Твое касается их. Чтобы они выросли в Твоих объятиях, знали голос Твой. Они слышали, как слушаться родителей. В совести своей всегда были чисты. Сделай их прообразом нового, будущего. Как для семьи, так и для Украины, для страны. Пускай они будут Твоими голосами для этого народа. Во имя Иешуа. Благословенно имя Твое. Аминь. О, вы здесь, братья, отцы. Я вручаю их для того, чтобы вы вырастили их честно. На самом деле, очень благобоязненными. Ваша ответственность. Вы обещаете? А иначе не дам. Возьмите. Пускай Бог благословит вас. Ох.